Через новый УЗИ-аппарат в день проходит до 15 пациентов. Современная машина отечественной сборки соответствует мировым аналогам. Удобный и понятный интерфейс, компактный внешний вид и высокая износостойкость – главное преимущество нового оборудования перед старым предшественником. Это универсальный аппарат, на котором можно посмотреть довольно-таки в хорошем качестве такие ультразвуковые исследования, как общие, это абдоминальное, мочевой пузырь, щитовидка, молочные железы, гинекологическое ультразвуковое исследование. На нем также хорошо можно посмотреть сосуды любой локализации и сердце. Аппарат стал новой точкой отсчета в развитии ультразвуковой диагностики больницы. Врач может с высокой точностью определить особенность течения заболеваний, своевременно назначить корректное лечение и контролировать процесс. Шанс на погрешность минимальный. Ну, надеюсь, что мне делают хорошие УЗИ. И я все узнаю о своих болячках, если они, не дай бог, есть. Я думаю, что очень хорошие процедуры сделают, и все это будет хорошо. Я доверяю этому аппарату. Доверяют женщины и новому маммографу. Он необходим для точной диагностики и выявления рака на ранней стадии. Оборудование установили в городскую поликлинику за счет средств национального проекта здравоохранения. Мощность новых машин лично оценил глава региона. Алексей Русских во время визита отметил: останавливаться рано. Главная цель – улучшить качество оказания медицинской помощи. Поручение принято, и уже заметны первые шаги к его исполнению. Новое оборудование, оно способствует лучшей диагностике патологических процессов за счет лучшей визуализации. Ну, одно то, что все аппараты, которые мы получили, они уже цифровые, они аналоговые. То есть пропускная способность оборудования гораздо выше, чем у их предшественников, скажем так. Это большой плюс для больницы. К ней прикреплено больше 40 тысяч жителей железнодорожного района. Среди них на диспансерном наблюдении 2000 человек с онкологическими заболеваниями. Для этой категории точность обследований – возможность жить. Еще часть пациентов страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, а потому программа модернизации первичного звена здравоохранения продолжается. В планах покупка двух аппаратов суточного мониторирования артериального давления и дополнительное оборудование для ультразвуковой диагностики. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.